Это улица Вилюйская. Я ее на видео ни разу не снимал, но она вот в этой части представляет собой довольно-таки грязное месиво такое. Из снега, грязи и такого не отремонтированного нормальным образом тротуара. Там вот башня такая водонапорная торчит, а за ней находится зона Федеральной службы исполнения наказаний. Там то ли тюрьма, то ли следственный изолятор, что-то в этом роде, не уточнял. Вот. Тут какие-то фирмы. В общем, в этой промзоне так достаточно неприятные такие пейзажи находятся. Там вот идет улица Чермянская до перекрестка. Тут улица дом 11, тут дом 6.